Не готова. Но должен быть идеально. Все. Ну, здесь не получится, наверное. Нет, получится. Так, вот сюда. Опа. Сейчас мы подложим туда. У меня забивается вот эта штука почему-то. Раньше не забивала, сейчас забивается. Снаружи почему-то. Вместо того, чтобы внутрь. Что себе? Ну, наверное. Стоит. Это шпроты со сливочным сыром. Он заливается пастой. Угу. Сюда еще надо огурчик или помидорчик, в зависимости, что любят. Так. Короче, завернутые и ты и шпроты. Нет, все не давится. Все. Ну, наверное, будет еще немножечко подождать. Смотри, какой. Он самый вкусный, попробуй. И не видно. О, вообще клевый. Самый спелый получился в этот раз. Ой, да зачем кучей ложить, извини. У нас дизайнер тут работает. Дизайнер высшей категории. Сына, только тут слишком много ананасов будет. Ну давай мы в другую тарелку положим. Не умеешь. Посмотри их сколько. Ой, как много-то.
Я говорю, что много. Давай другую тарелку. Я их на друг друга укладывать буду. Да, пересыпай их ягодками. И будет красивый он у нас. Да розовый. Зачем пересыпать? Mm-hmm. Они слоёстые. Mm-hmm. 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 Все клёвые у нас. Класс, Митка, молодец. Заяц. Во. Секрет. Понятно, кому интересно. Да, это моя любимая. Все. Во! Голубцы готовы. Аппетитно же говорит. Да, аппетитно. Рано еще. Сейчас буду заливать. Где моя любимая приправа? Пахнет. Прям побольше. Кипяток. Перемешать. Соли добавлять не надо. Видишь, получается, какая штука красивая. Оп, и туда в голубцы. Оп. Теперь сметану разведем. Можно поставить, пока тушить. Тушение овощей на час я включила. Банку. Так, раз, два, три, четыре. С холодной водой сметану смешать, чтобы она не была комочками и этими кусочками. Она будет равномерная в водичке разбавлена. И все это даже голубцы. Оп. Все. Смотри, как красиво. Видишь, все так ровненько будет. Что ты все время запариваешься? Успокойся. Все хорошо же. We'll be right back.
все, пусть маринуется полчасика. Подними что-то на нее. Просто поднять надо и все. Ну упала случайно. Где-то надо камеру на нее направить. А поднимать Марина поднимет. Что ей делать-то? Очень острые будут голубцы. Thank you.
Ну да. Ну да, ну да.